Ребят, всем привет! Сегодня у нас утро субботы, 31-е, да, число? Да, 31-е число. Привет. Сегодня... Нам сделали ступеньки, да, опять нам... же, не кабан, для того, нам... чтобы нам было удобно варить. Александр Николаевич модернизировал кухню, проапгрейдил. Вот, то есть сделал вот такие вот ступеньки, поднимаешься, такую площадку, чтобы можно было ставить воду. Уже воду залили в два бака. Сейчас будем... Давай, Егор. Егор, вот напихали бумаги, первую топку забили. Вот сейчас Егор наколет чурочек. То есть, и будем сегодня уже варить собачью кашу на ней. То есть, уже все, пора. У нас, хоть и сегодня немножко потеплее, но собаки, как вы слышите, беспокойные. У нас она... людей много, вот еще приехали люди. Сегодня будут делать крышу, начинать. Вот такой домик получается. Вот. То есть, сейчас будем дальше включаться, как у нас каша поварится. Вернее, наварится. В этот чан мы налили, он у нас на 180 литров, налили 80, ой, 100 литров воды. Сюда налили на 110, налили 60. Ну, как бы пробное, будем сейчас подстраиваться, экспериментировать, то есть, каждые разы. И готовить, смотреть. То есть, с такими площадками намного удобнее. Спасибо сотруднику Никобанку Александру Николаевичу. Он это все делал собственноручно. Вот у него сколько, он дня 3 или 4. То есть приезжал и сам делал, варил. То есть и ступеньки, и площадочки такие. Воду наливать уже гораздо удобнее, гораздо лучше, чем на маленьких ступеньках стоять. Вот сейчас будем варить, начинать. На, Егор, разжигай вот здесь пока сейчас. Я просто гляну, поддувало. Как открыто, закрыто. Так. О, что-то не то. Так. Ты уже будешь кидать масолики? Масолики, что на бульоне. Так. Не, ну это понятно, что масолики на бульоне. Да, я засниму. Сегодня суббота, день открытых дверей. Уже приехала Карина. Толян, он что-то суетится. Зачем, мне кажется? Ну все. Ну иди следующую поджигай. Зачем ты тушишь-то? Машке только ноги не сожги. Сегодня будем еще заканчиваются дрова, будем пилить дрова. Вторая топка пошла. Ну все, гаси. Все, сейчас будем кашеварить. Ну, а пока горит, греется вода в кухне. Лежит. Ну, прям сама невинность. Давайте пройдем по вольерам, посмотрим. Да, Павел Евграфович, ну-ка прыгни. Айда, прыгни. Прыгни. Ой, да ты не убейся, не убейся. Вот она, собака-обнимака. Да, вот такого бы могли бы взять уже кто-нибудь себе домой. Звоночка.
да? Николь, ну ты писаешь, Николь. Писает, сидит. Маска. Маска, маска. Да ты не маска, ты банка. Только аж стоит уже с утра, они завтракали, да? Как-то плохо завтракали, Николь. Вот, помните же, когда забора не было, она не подходила. С Гошиком была под вагончиком всегда. А? Да, Егора, я уже говорил, покажу Егора. Бимка. Большой взрослый стал какой. Пушка. Вот она, пушка. Которую хотели... Вот эта вот пушка, которую хотели... Сбила собака прошлой зимой. Она 2 дня или 3 дня лежала. Как бы у нее был перебит позвоночник. И как бы хотели усыпить ее. Но не мы. Но в конечном итоге, вот смотрите, живая собака. Вполне восстановилась. Чё вы, а? Чё вы? Засрашки такие. Следующий. Вот, а ты чё тут делаешь, прям наверху сидишь? В гости к ним собирался, что ли? А? Так, вот, ребят, вот эти новые вольеры, получается. Какая дверь хорошая. Вот они, собаки, которые из дачи забирали мы. Да, ты Миша, медведь, а медведь, у которого обрезаны уши, вот видите, у него нет ушей, ну как, у него половина ушей и половина хвоста. Сидит, да? Миш, ну-ка покажи пол хвоста своего. Ой, игрули. Это вот они все дачные, вот они все... Тут сидят, вот, у всех есть каша, никто не ест, все только ругаются, горланят. Китенок, ты сегодня спокойный, китенок. А, кит сегодня спокойный, как ни странно. Ну. Вот Егор следующий вольер делает, доделывает уже. Навесик пробил полы, повесил дверь. Сегодня будут переезжать щенки, которые сидят в кошачьем вольере, вот эти непоседы, будут переезжать сюда. А те щенки, которых подбросили, нам, которые сейчас сидят в вагоне, они переедут в кошачий вольер. Ребят, сейчас я немножко прервался. Получается, вот бегает Кэнди. Сейчас мы подойдем к ней. Маша меня позвала. Она вышла, сейчас попробуем ее заснять. Вот она. Вот она. Кэнди, ты вышла побегать. Ты не обращайся к ней, потому что она уйдет. Ну все, она ушла. Просто когда не обращаешь на нее внимания, то есть она выходит и бегает. Я сижу, убираюсь, она выходит, бегает. Вот она опять вышла. Как только обращаешь на нее внимание, все. Спряталась. Ты чё такая, Николь? Вы же как бы эти сестры по несчастью там. Да, трехлапые. Трехконечные. Поведешься отвратительно. Но нет, все равно Кэнди никак не отпустила все равно ее. Жизнь, судьба вот такая, то есть кит, хватит. То есть она осталась такая же шугливая. А вот он и Егорка. Егорец? Да, ты Егорец? О, Егорец! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, тут кукла, как всегда, на лапы падает и просит, чтобы к ней подошли, да. Кукла, хватит, давай я ко всем подойду.
Вот Агата лежит, отдыхает. Волчок бегает. Рыжий. Рыжий. Рыжий, ты же суета, рыжий. Ай, рыжая суета. Суета, рыжая суета. Вот Карина. Какахи собирает. Золотом. А то золотили. Уже с золотыми зубами бы ходили все. Это вот деревенские подростки. Уже годовалые полноценные собачки. Ой, сколько работы. Ой, сколько работы лежит. Да? Тор, ты прям я... Ой, Тор, мотор. Я тебя прям вообще не узнаю. То раньше в том приюте больше всех орал. А тут прям спокойный такой стал. Чупакабра. А, чупакабра. Чупик. Ой, ты красотка такая с грязной мордой. Да, у всех каша лежит, у всех. Кто-то даже вообще, можно сказать, и не ел, да, засранцы? И не ели никто. Ну, какие у тебя уши, как у спаниеля прям. Вот они, Казанова с этим. Главное, поорать друг на друга. Ну-ка, тихо! Казанова все равно не достанешь. Все равно не достанешь до него. И ты не достанешь до него. Засранцы, вот. Лучше бы кашу поел. Вот чья каша? Чья каша? Сейчас заберу кашу. Сейчас кашу заберу. Ешь давай. Такие, как небольшие стычки за внимание тоже происходят. Выходят. Это вот как-то так получается. Вот Егор как раз подготовил вольер. И получается, уже приготовил под этот вольер вот три будки. Получается, раз, два, три. Сегодня еще будки надо будет заносить. Рич, Алик, Бархан. Сюда. А вот тем временем у нас закипела маленькая на 110 литров отдел. Закинули кашку уже туда. Марья Ивановна импровизированным веслом варит, мешает. Тут еще не закипело, Егор? Нет. Ну тут побольше, тут мы 100 литров залили воды, а здесь 60. Ну, прошло где-то минут 30, наверное, вот 60 литров уже закипело. Сюда подбрасывать не буду. Ну нет, подбрасывать не буду, но и возможно даже много. Но сейчас уже не достанешь. Можно водой разбавить? Не надо? Нет. Чё, кто так варит? Мы. Но это как первый раз мы варим для собачек тут. Поэтому варки 3-4, они будут такие, что... Ну, тут тоже скоро закипит. Варки 3-4, они все равно будут как пробные. Сколько надо воды залить, сколько надо каши закинуть, как сколько дров подкидывать. Что, нормальное весло? Так вот. К нам еще приехал человек, электрик, делать сейчас свет, проводить, ну, делать розетки, выключатели, лампочки вешать в вагончики. Вот. Так, вон булка. Ее Маша назвала булкой. Вот она, играется в песке вся. Вот поэтому она белая и бегает. Булочка. Булка.
Волка. Иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне, ко мне. Иди ко мне. Белого альбиносика забрали уже домой одного. Осталось трое. Кисляткий ребенок. Кисляткий ребенок. Еще кто-то приехал. Еще кто-то приехал. Двери не закрывают за собой. Ну что, ребят, наша каша готова. Уже и второй казанок. Все. Вот я уже затушил угли, накрыл крышками, и она теперь будет запариваться дальше. То есть она поварилась, покипела. Ну, пар, возможно, вам не видно. Вот, ну, все, готово. На варку каши, то есть два котла на 160 литров воды получилось. Ушло времени, сколько, где-то полтора часа, час двадцать, полтора. Марья Ивановна у нас уже устала, она черпает кашу. Сегодня такая первая варка массовая для собак. Мы с сегодняшнего дня просто перешли на двухкратное питание уже. Надо было с первого числа, сегодня 31-е. Ну так получилось, знаете что? Мы же не администрация, у нас двадцать. Удобнее, конечно же, это все делать все-таки вдвоем. Ну да, вон и масолики падают. Но тут загрузили хлеба еще, этот как булочки размачивать. Потому что получилось немножечко жидковато. Да, первый чтобы... раз экспериментируем пока. И хлеб, они тоже хорошо едят. Сами с удовольствием. Ну, по закладкам просто, да, это дня три или сколько будет. Ну, по закладкам я имею в виду на хавчик. Просто надо как-то этот, чтобы не подгорало, чтобы лишний, как сказать, работу не выполнять, да, чистить что, ее потом. Если подгорает, то это очень тяжело потом все это да. Отмывать. Так что лучше... Лучше она будет пожиже, и мы ее просто разбавим чем-то или там разбавим... Да, тем более просрочки у нас хлеба много, вот, и собаки хорошо ее едят. И, то есть, вот такие пироги с котятами. Ну вот, ребят, такой вот у нас сегодня ролик. Вот, вышел. Выйдет. Или вы уже смотрите, он уже вышел. Вот, и такая вот у нас и варка. И вот они все, орлы, лежат. Еще я вам этот вольерчик не показал. Вот, смотрите, вон она сидит. Вон она, лиса, сидит. В домике для кошечек. Да, 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 да. Вы прям выросли, подросли. Вот. То есть сварили кашу, показали вам хвостатых, полосатых. Вот. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.